Роскомнадзор разблокировал интернет-энциклопедию Луркморья. Теперь популярный ресурс исключен из реестра запрещенных на территории России сайтов. По словам основателя проекта Дмитрия Хмака, интернет-энциклопедия была разблокирована после того, как он закрыл российским пользователям доступ к спорным материалам. Луркмор – это энциклопедия современной культуры и фольклора, а также мемов. Статьи пишут сами пользователи. Сайт работает с 2007 года. С 2013 находится под контролем Роскомнадзора.